Владимира Мулявина публика узнала в далекие 70-е и тут же возвела в разряд кумиров миллионов. А его имя стало в один ряд с выдающимися песнярами земли белорусской – Колосом, Купалой и Богдановичем. И, казалось бы, уже сегодня о жизни легендарного музыканта нам известно все, но убеждаемся в обратном, как только заводим разговор о Владимире Георгиевиче с его дочерью Мариной Мулявиной и музыковедом Ольгой Брилон. Мои родители познакомились на сцене. 16 лет они простояли вместе. И вот для многих это будет и открытием, и удивлением. 16 лет папа стоял за спиной у мамы и аккомпанировал ей, писал ей аранжировки для музыки, которую она исполняла. Ее родители познакомились, когда молодой гитарист Володя Мулявин еще не изведал вкуса славы, а Лидия Кармальская уже была известной и востребованной артисткой. В Советском Союзе ей буквально не было равных в жанре художественного свиста. Союз двух талантливых людей, Лидии Алексеевны и Владимира Георгиевича, тогда желали видеть у себя многие филармонии Советского Союза. Однако мало кто знает, что первая попытка попасть на главную музыкальную сцену в БССР у Мулявина не увенчалась успехом. Произошло это в 1961 году. Было очень много аккомпанирующих ансамблей. И вот он был гитаристом таких инструментальных ансамблей. То ему сказали: вы знаете, у нас гитаристов хватает, так что мы не нуждаемся в ваших услугах. Вновь в белорусскую филармонию Владимир Мулявин вместе с Лидией Кармальской приехали в 1963 году и остались здесь навсегда. Именно в Минске Владимир Георгиевич вплотную занялся поисками того, в чем он смог бы быть первым. Однажды было включено радио, и он услышал по радио аутентичный фольклор. И он сказал мне, что меня это так потрясло. Вот это слово, которое он произнес, я запомнила на всю жизнь. Он сказал: мне показалась белорусская песня такой невинной, вот он это слово, именно это слово употребил, невинный. Говорит, я заслушался, я не мог оторваться от радиоприемника. Вообще удивительная вещь, что я жила вначале у папиной мамы, потом у маминой. В Сибири, в Барнауле бабушка мне пела Купаленку. С тех пор народная белорусская песня прочно вошла не только в душу музыканта, но и в его творчество. Интуитивно он находил уникальные песенные материалы, которые виртуозно превращал в хиты. Недавно совершенно нашла ответ на вопрос, откуда в репертуаре песняров появилась песня «Косю я из конюшины». Оказывается, была такая любительская студенческая группа «Зочи», которые впервые эту песню исполняли. И вот, в общем-то, Мулявин перенял, и благодаря тому, что вот он услышал... Аранжировал ее, сделал как по-другому. Да. Да. Кстати, любимые многими хиты ансамбля «Песняры» Владимир Мулявин исполнял на гитаре, купленной у аргентинского музыканта, который приехал на гастроли в Минск вместе со знаменитым 70-х певцом Рафаэлем. 2 часа они играли, он рассказывал нам с Мариной, вот у него 2 гитары было, да, у него была акустическая гитара и вот эта гитара. Когда они закончили, он положил гитару, этот Сантьяго, и говорит: я эту гитару обещал в Москве одному парню. Но я ему не продам, потому что он обычный, простой музыкант. А вот этот показывает на Мулявина. Говорит, музыкант экстра-класс. И он не ошибся. Без всякого сомнения, Владимир Мулявин был не только талантливым гитаристом, но и гениальным аранжировщиком, композитором, художественным руководителем ансамбля «Песняры», а главное, человеком, который вдохнул в белорусскую народную песню новую жизнь. Яна Леонович и Сергей Курков. Утро-студия. Хорошего настроения. Во всякую боль.